Чувашия, как и по всей стране, отметили День сотрудников органов внутренних дел. Но мало кто знает, что в этом году собственно сыскное ведомство могло бы отметить 300 лет. Профессиональный праздник сотрудники органов внутренних дел отмечают с 1962 года. До реформы 2011 он назывался Днем российской милиции. Свою историю, как особое учреждение в системе государственных органов, полиция ведет с 1718 года. Тогда Петр I учредил должность санкт-петербургского генерал-полицмейстера, начальника главной полицмейстерской канцелярии. Сегодня в задачи российской полиции входит охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений, розыск преступников и пропавших людей, борьба с террористической угрозой и проявлениями экстремизма, с распространением наркотиков, обеспечение безопасности дорожного движения. Общество предъявляет к нам высокие требования. Человек в полицейской форме олицетворяет особую власть, закон и справедливость. Именно от нас с вами зависит порядок на улицах, спокойствие граждан, их уверенность в собственной безопасности и безопасности своих близких. Заслужить доверие мы можем только ответственное отношение к делу. За 10 месяцев этого года в Чувашии почти в два раза сократилось число убийств. Меньше стало краж, угонов автомобилей и мошенничества. Раскрываемость преступлений превысила 74%.